30 тысяч ждут. 43 написано уже. 43. Сейчас обновим. И будем с тобой смотреть. Как думаешь, что будет? Я не знаю. Я думаю, что будет какой-то... Погнали! 2 минуты. Не знаю, будет какой-то маленький сын. Наверное, будет школа бладхаунтов, наверное, следопытов. Будет новое событие, я думаю, что... Даже псих в чате там сидит, нифига себе. Как это я заметил. Как быстро, похоже на короткометражку. Да, будет пару минут, я думаю, не более того. Сразу 10 тысяч добавилось. Я думаю, будет новый режим, новая локача или скин на Bloodhound'а. Да, я думаю, будет новое какое-то... новое событие будет в стиле Bloodhound'а, скорее всего, будет. Будет скины по-любому будут, пушки скины будут, что-то они придумали. Вот. Возможно, изменение локации будет под Bloodhound'а. Не знаю, что они задумали. Кстати, в игре был тизер на новое событие про Bloodhound'а. Был, да, уже? Я что-то проморгал здесь? В лицо хочешь... В лицо хочешь Bloodhound'а увидеть? Возможно, добавят, да. Возможно, собачек нам добавят. Вкусненьких, красивых собачек, да. Все возможно. Будут они бегать и кусать. Они же в Титанфале есть. У нас остается 9 секунд. Погнали! Machines contained this land for them. That power seduced them. Всем здрасте, ребят. Смотрим ролик. Let their death be a warning, child. Come. That would be your final test. Trust your instincts, young one. Ну да-да-да, эти ищейки. But the old ways preserve our Falai people. Uncle Arthur. You will return as one of us. Вот тебе, Bloodhound. Or return not at all. Согласен, согласен. Девочка, что ли? И топор у нее, видишь какой?
А вот и вороны. Все отец одарил меня. Маленький Бладхаунд. Прикольно, да? Это все отец. My test is Fila. I give my offering to the All Father. The Riker Jotun that plagued our people. I found its lair. Bless me, uncle. Большой Бладхаунд и маленький Бладхаунд. Have you chosen exile? Нет, это все отец. Оди ока все отца. You traded the lesson of the hunt for a quick kill with a trigger. You betrayed the old ways. Жалко, я английский не знаю. Я бы тебе перевел бы. You are afraid of a power you do not understand. That power enslaved us. You reject the very wisdom that kept us alive. You reject us. I have spent 10 winters proving myself to you. Но она о чем-то просит его. Ну, будем ждать русские субтитры опять. До завтра, наверное, пока в официальной группе все переведут. О чем-то она его просила, видишь? Он говорит, я не могу тебе это что-то дать или позволить, или что-то вот, видишь, она расстроилась. Из-за чего, непонятно. Ой. Собачка. Здравствуйте. Тебя же подстрелили вроде. Ой, Полина пришла, привет. Накидайте сердечек по линии. Жестко. Это новый ролик, да. Ну сейчас мы с тобой разберем его.
Да что ж такое-то, а? Ну, сейчас посмотрим. Про броню. Трёхглазый ворон. Жестко, жестко. Броня. Ну да, маску свою нашла. Теперь ты видел лицо. Теперь ты знаешь все. Хотел бы себе такую кепку. В магазин идешь такой, надел себе кепку такую. Ну, вот и все. Интересно, интересно. Ну давай, что, давай разберем его, я не понимаю. Они нам показали события, да, в игре? Все, что ли? Давай еще раз посмотрим. Давай Лукас влепим сразу. Давай еще раз посмотрим. Они нам показывают деревню, да? Смотри, круто, да? Они нам, смотри, показывают здесь деревню. Вот. Деревня. Деревня с охотниками. Люди просто живут, как бы, да? И все такое. Вначале непонятно, идет какая-то лавина ледяная, да? Смотри, с гор. Идет какое-то нашествие, я смотрю. И щеки кусают, и не только кусают. Вот. На карте край света, да. Это охотники, они живут, это племя. Видишь как? Что здесь еще происходит? Что-то там, смотри, какой-то разлом произошел. Да? Там было место? Ну вот смотри, был лес, потом пошла ледяная лавина, смотри, человек бежал, да, бежал человек, бежал в какие-то постройки, смотри, видишь, постройки здесь, они со второй карты, есть место на карте. Смотри, ну вот, вот гора. Вот это вот эпицентр, куда мы с тобой прыгаем постоянно. Вот, это эпицентр, я так понимаю, на карте. Ну, и чего они хотят сказать? Они хотят там добавить туда еще что-то, какие-то внесения на карту. Вообще, они говорят, скоро будут изменения карты. Будет новая карта. Вроде слухи ходят, что они еще одну карту будут делать. Но это не точно. Носит маску, потому что она повредила кожу и, наверное, не может дышать без этого респиратора. Возможно. Там в трубе, видишь, что было в трубе? То ли озон был, то ли еще что-то, потому что животное замерзло насмерть. А если бы она не надела этот респиратор, она бы тоже замерзла.
Они нам показывают, что они здесь, видишь, охотятся. Они охотники. Охотники вот на этих ищеек. Ты понял? Или что? Я жду перевода. Когда-нибудь он будет, этот перевод. В пятом сезоне. Возможно, да. Батя подарил ему... Хорошо. Это девочка или мальчик? Я не понимаю. Вот скажи мне, напиши мне. Это девочка или мальчик? Вот ну, есть какие-то вот, я не знаю, соображения какие-то. Как по мне, похоже на девочку. Диванька? Девчулька? Девчулька? Вот, смотри. Она охотилась и упала в какую-то яму. И попала почему-то куда-то какие-то постройки непонятные. Вот смотри, видишь? Попала в какие-то постройки в подземелье, свалилась. Видишь? Написано Cool Land. На Октана похоже. Слушай, ну если ты оденешь такие же очки, ты тоже будешь похож на Октана. Вот, видишь? Она нашла оружие. Подожди, дай перемотаю. Подожди. Тут кто-то лежит, да? Тут кто-то лежит, нам не показывают. Здесь какой-то умерший персонаж. Воин. Стоп. Это же респаун. Стоп. Смотри, маска респираторная, череп. А одежда, ну, неважно, непонятно, какая здесь одежда. Лежит мертвый человек, и у него, короче, эта энерговинтовка. Лазерная пушка это. Но она ж есть в игре, да. Какой-то бункер. Ну, значит, бункер нам в игру, наверное, введут. Что-то придумают. Сделают нам зимнюю карту какую-нибудь на каньоне. Представляешь, на каньоне изменения будут зимние. Я вообще повешусь тогда. Вот. И здесь обитают вот такие вот чудовища. Не знаю, добавят ли в игру нам их. Я тоже не могу на этот вопрос ответить. Ну хорошо, здесь идет война. Здесь идет война. Она и убивает с энерговинтовки. Ха-ха-хи-хи. В общем, все счастливы, все довольны. Да, все счастливы, все довольны. Она несет трофей. Она несет ему трофей и показывает. Показывает бате, в общем, я нашла тут трофей. Тут зверя, в общем, завалила. Вот. У меня вот есть такой трофей. Он говорит, хорошо, говорит, блин, но... Как ты его убила, наверное? Он говорит, я его убила с какого-то оружия. И как она, я не знаю. Вот, блин, мне перевод нужен. Хреново, что английский не знаю. Может быть, лагерь добавят? Лагерь Бладхаунта? Мне кажется, добавят скины такие на Бладхаунта, красивые. Это скин? Вы Венти? Войд Велкер? А, может быть. You betrayed. Блин, как хочется этот самый текст, блин, перевести. Хотя бы в Гугле, если он был бы. Сценарий этого. Но он за что-то здесь ругает, видишь? Обнова. Хрен его знает. Да нет, пока ничего нету. В магазине пока ничего нету. Ну давай сейчас досмотрим этот самый, а потом я посмотрю. Может быть, перезагрузить надо ее? Я хрен его знает. КД 1. Но я не помню, сколько у меня. У меня больше единицы. Надо, чтобы уже двойка была. КД. А я до двойки даже добраться не могу. Но больше единицы это хорошо всегда. Это один... Грубо говоря, там один человек за закатку, но это мало, это мало.
А это один к одному ты идешь, это очень мало. Ну, хорошо, она убивает с энерговинтовки этих чудовищ. Ну, это хорошо, это понятно. Все это интересно, все это вкусно. Батя ее за что-то ругает. Она себе трофей сделала. Он ей подарил этот топор. Здесь пока, видишь, на заднем фоне семья ихняя. Здесь племя целое. Здесь ихние дома стоят. А в домах подведено электричество. Здесь, ну, не такие же они и аборигены. Видишь, тут антенны стоят. То есть здесь как бы более такое менее современное сообщество. Может быть, на карте появилось что-то, да. Но сейчас обновим, короче, игру, ничего страшного, там долго времени не займет. Ну хорошо, это чудовище, бла-бла-бла. Представляешь, они таких чудовищ нам сейчас сведут. Вот весело будет. Хорошо, взорвали это чудовище. Батя сильно ранен. На каустике 2-3 делаешь. Ну, это, видишь, наверное, общая статистика высвечивается. Это тоже не... по каждому герою. А есть общая. Что он ей говорит, не пойму. Возьми, говорит, топор. Он что, умирает, не пойму? Его покоцали? Два, три делаешь? Ну, у меня по-разному. Да пофигу. Два, три, пять. И восемь бывало. И семь. Ну и что дальше? Ну хорошо, она осталась одна. Он ей сказал, хорошо, типа, наверное, делай там все, что ты хочешь. В общем, ты главная теперь. Говорит, хорошо. И она пошла опять туда, опять пошла в этот подвал. Ну, Апекс не такая там уже, в принципе, сложная там игра. Одного надо с собой всегда забирать. Пофигу. Не всегда получается. Как повезет. Вот она сейчас эту маску, смотри, наденет, да? Прилетел ворон. Чудовище замерзло, смотри. К чему только это все? Она задыхается, смотри, от этого дыма. Она нашла маску. Это дым или что-то? Это холод, это азот жидкий или что это такое? Я не понимаю. Скорее всего, жидкий азот. Вот из-за этого теперь у нее маска. Понимаешь? Вот оно чего. И вот нам, смотри, показывают карту. Ну что, карта как карта. Деревня, в общем, выход к морю. У них тут доки стоят. Батя живой. Или нет? А, батя все-таки не живой. Все, они его похоронили. В общем, племя, да? Вот они, бладхаунты. Один бладхаунт, второй в шляпе. Они все бладхаунты. Это много бладхаунтов. Блин, лучше бы вместо энерговинтовки был Мозамбик. Да, ну откуда у них Мозамбик? Ты видишь, они провалились куда-то в прошлое или куда-то в яму куда-то провалилась. Непонятно что-то. И у него, смотри, да, что-то с лицом, кстати, смотри. Ты видишь? Из-за этого она, наверное, маску действительно носит. Смотри, видишь, у нее лицо все покоцанное. То есть она вообще в очках была, а отец ее без очков был. И теперь у нее лицо все, видишь, такое вот покоцано. Может быть, из-за этого она как бы, ну, носит эту маску непосредственно, чтобы дышать было хорошо. Может, обморожение, чтобы обморожение получила она легких, не знаю. Вот, видишь, да? Вот тебе кадр я остановлю, да? Вот так, да, нормально будет. Вот, видишь? Как, ну, как вариант, из-за этого она, типа, носит маску. То есть, это девочка. Все называли ее трансгендером. Но она, потому что, почему-то разговаривает во множественном числе. Помнишь, как она говорила, там, какие-то моменты были, когда озвучка идет, там? Во множественном числе я себе говорила. Я омоюсь в крови. И это ворон. Вот, видишь, у нее даже здесь, вот, видишь,
Что она обморозилась очень сильно. Там она не только, наверное, лицо обморозила, там, наверное, все на свете замерзло. А что она вообще туда поперлась? Я что-то так и не понял. Вот. Зачем она пошла обратно туда? Тоже непонятно. Нарвалась на эту птичку, на это животное, убила его. Вот, видишь, у нее, да, действительно, ей очень плохо из-за этого лица, поэтому она маску не снимает. Ну, батю ты видел? Батя рыжий, батя красивый, рыжий, все как положено. С бородой, вот. И вот настоящий Bloodhunter. Вот, такую надо заставку запилить, это самое, для стрима. Нормально будет. Потом сделаю. Вот. И ворон, который спас Bloodhunter'а. Месть! Вот. Вот такой у нас трейлер с тобой. Ну давай с тобой этот самый, слушай. Давай я сейчас выйду тогда. Давай еще раз обновим. Давай обновимся. Сейчас. Origin. Так. Я в сети. Давай посмотрим. Может быть, какая-то правда обнова там прилетела. И мы с тобой на нее посмотрим. Потому что... Ну, хз.